В этом ролике я хочу вас познакомить с независимым от компании Google приложением Google Maps. Этот сервис поможет вам не только замерить дистанцию ваших пробежек, причем в любом городе, но и, что немаловажно, подсчитает сожженные при этом калории. По словам создателя сайта, эту программу он придумал, когда готовился к своему первому марафону. Ссылку, как всегда, я оставлю под видео. Ну а сейчас о том, как работать с приложением. Переходим на сам сайт. Для начала выбираем любой город. Давайте, без разницы. Давайте выберем какой-нибудь город. Допустим, в Украине. Вот. Что? Вот, допустим, вот город. Какой, сейчас посмотрим. Город Николаев, да? Давайте вот на примере этого города. Для начала с левой стороны кликнем Start Recording. Это будет начало пути. Подводим мышку вот сюда, к Николаевскому зоопарку, и кликаем два раза. Вот у нас появился такой маркер. Это начало нашего пути. Пойдем по улице, вот улица Чкалова. Сделаем, как будто это наша пробежка была. Допустим, до улицы Садовой. Подводим сюда маркер до улицы Садовой и кликаем два раза. И как мы видим, появилась такая синяя линия. Это показывается дистанция. Вот мы видим, что с левой стороны 1,4 мили. Но так как мили нам не надо, значит мы возьмем здесь и кликнем метрик, потому что нам надо километры. Увидим, что эта дистанция равняется 2 километрам 357 метров. Дальше, к примеру, вот здесь проспект Ленина. Так, улица 68 десантников. Ну, куда-нибудь сюда вот. Улица Акима. Так. Теперь поставим здесь два раза Комсомольская. Так. И как будто мы закончили дистанцию. Ну, скажем, где-то вот здесь проспект Ленина. Допустим, это была конечная точка нашего маршрута. Итого, наш маршрут составил, с левой стороны мы смотрим, 5 километров. Чтобы подсчитать калории, нам надо кликнуть с левой стороны вот Turn on calorie counter, то есть подсчитать калории. Кликаем на этот on. Weight. Пишем здесь вес. Ну, к примеру, 90 килограмм, допустим. 90 килограмм. И в нижней строчке кликаем, и нам показывается, сколько калорий было затрачено. Вот 471 килокалория на этот маршрут. А если, допустим, туда и назад, то мы кликаем Complete. Так, это уже получается 10 километров. И у нас затрачено килокалории, соответственно, будет 943 килокалории. Я думаю, этот сервис будет очень полезен многим людям. То есть его помощью можно и просчитывать дистанции, и километраж, а также смотреть, сколько калорий при этом затрачивается. Ну, а тут заходите уже сами, разбирайтесь. Всего хорошего, до новых встреч!